Виктор Михайлович, с победой. В каком состоянии вот сейчас команда на данный момент? Чувствует, что она от игры к игре идет вперед? Да, моментами видно, что нам приходится тяжело, потому что мы пробуем прессинговать всю игру. Где-то мы, если неправильно вступаем в прессинг, имеем проблемы, но тем не менее, что радует то, что последние 15-20 минут мы всегда находим все силы для того, чтобы улучшить игру, ускорить игру, еще более агрессивно сыграть, даже дожимать соперника. Уже 11-й футболист команды забил гол, это Сигурдсен. То есть, ну не знаешь, откуда ждать, да, опасности. О чем это говорит, по-вашему? Ну, у нас очень разносторонняя группа атаки, и опорные полузащитники, и нападающие. Мы рады, что все забивают, потому что это важно, чтобы каждый прочувствовал забитые голы, и радует то разнообразие, которое у нас есть в атаке. Очень много разных сочетаний используется, да, и там в 3 центральных, в 4, и впереди тоже постоянные эксперименты идут. У вас уже есть, ну, примерное представление, что все-таки лучше из всего этого? Да, есть, но надо понимать, что у нас еще Магнусен Даромиром, для того, чтобы нам хорошо понять уже схему, по которой мы будем работать, с ее вариацией, то, наверное, надо, чтобы еще Магнусен выздоровел. Магнусен на третьем сборе уже будет играть? Да. Спасибо.